Красиво горит. Красиво. Пылает. Я вообще вырос в Питере. То есть я с 4 лет до 21 года был в Питере. Пожил в Москве 3 года. То есть основную часть жизни я пожил там. Я знаю, что там. Я подвергался и в том числе пропаганде, подвигался вот этой системе. То есть я был в этой системе. Но мне как-то, я не знаю, получилось в том числе подумать, что а как по-другому может быть, да? Что, ну что, а все ли так, как тебе мне говорят, да? У меня четкая позиция по поводу вот всей этой движухи, войны, кто прав, кто виноват, да? Начнем с того, что вообще любое действие, которое приводит к смертям людей, это априори уже неправильно. Путин! 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 20 человек где-то в каком-то хостеле. Непонятно, что, как. Короче, приехали на место, тут уже Альфа работает. Изначально мы просто, вот нам выдали оружие, мы пошли в город. По сути, ну просто вот где-то территориально хотели занять позиции, да, потому что мы думали, что они уже заходят, да, потому что ситуация с БТР показывала, что ситуация очень накалилась, и они уже заходят. И мы в черту города решили пойти, хотя бы обороняться. И нас сразу же свои ТРО положили. 2 часа морды в пол мы так лежали. Рядом с головой мне пару раз стрельнули там. Один раз мы попали, у нас колонна была, мы попали под обстрел истребителя. Прямо прилетело рядом с нами, я смотрел в 10 метрах, пилот промахнулся, но я смотрел в окно, заднее окно, и смотрю, там зарево такое от дерева, ну в дерево попал, вот, но мы разбежались, получается, истребитель делал еще один заход, потом они пустили еще вертушки, и мы, ну как бы такая ситуация была сложная, конечно, но нам удалось выйти оттуда.